Я с удовольствием представляю нашего гостя. Это Светлана Стасенко, режиссер, сценарист, продюсер, представитель некоммерческого кино, может быть, одна из самых ярких представителей этого направления. Но поскольку на работу меня не взяли даже ассистентом, я поступила на высшие режиссерские курсы. Если как-то мы с вами подружимся, я привезу сюда на фестиваль проект сейчас делаю про шаманов, у меня много этнографических проектов. Вот этот живой контакт со зрителем, это намного важнее для меня. Я очень люблю встречи со зрителем. На самом деле я считаю, что это кино может иметь прокат, и, в общем, оно имеет хороший прокат в Европе. Это научились делать, вот так называемое авторское кино. Ему проще было вытащить там $50 из кошелька, чем попросить. Вот так воспитал детский дом, это была норма. Там купили новую шапку, поехал туда там, к маме, продал эту шапку, купили вина, пропили. Так научили, какой великий дождь стоит над Танаисом, предрассветный, медленный, слепой, какое волшебство вдруг раздалось, поникло над грешною землей. Ну, это волшебные стихи. Наш город Торонто богат традициями. Одна из них – проведение фестивалей. Многолюдный предновогодний рождественский фестиваль привлекает огромное число зрителей и гостей Торонто. Горожане торопятся заполнить площадь и понаблюдать за разноцветным елочным возгоранием и светом музыкальным шоу. Merry Christmas!